мандруючи вольного дня, нас зрозуміло, що зацікавив саме старожитний город Могилевщини. Де що там Могилевщини? Наш пропуск Славгород на 2 роки раніше згадується у літописах за Москви. А за одним разом наведуємо і славутості його новоколі. І перший наш припинок – вёска Лясная. Поворот от Славгородской шаши и одразу бачный храм-помник, який могутно доминует над новокольем и моцно уражвая не надто характерным выглядом кремлёвской вежи с куполом цибулинка. Менавіта тут, под час Павночной войны 1700-1721 года, отбылась знакомитая битва русского войска со шведами. А гэты монумент, динамичная скульптурная композиция на гранитном постаменте у выгляде скалы с орлом, распростертыми крылами на вершине, якая рве каптюрами шведский стяг, усталявана у 1908 годе, да яе 200-годзе. 28 верасня 1708 года войска Петра I атрымала першую перамогу, якая увайшла ў гісторыю Росіі як маці Палтавскай битвы. А ў сучасных шведскіх выданнях тая битва называется «Катастрофой пролясной». Тут загинули 1111 русских и больше за 8000 шведов. И святый Петропавловский храм-помник с мозаичным традиционным русским войсковым образом Казанской Мати Божией над головным овоходом был так само побудован для святкования 200-годия перемоги. Это объекты Державного списку истории культурных каштовностей Республики Беларусь. Але настоятель, отец Георгий, 1991 года у храме одновлены на боженстве, означая именовито христианское его призначение. Конечно, мы говорим об истории. Историчная местина завсёды у людей выкликает вот такие думки, и почутия, и пытания историчного кшталту. А лишь завсёды любая история скирована в сегодняшний день. Конечно, мы не переходим и на сегодняшний день, и на будущее. И завсёды мы говорим об том, что не только Лясная, вся Беларусь залитая кривёю, и, на жаль, наша история давняя, але такая трагичная. И, конечно, это место с христианского пункта гледжения потребует завсёды молитвы, и было решено побудовать тут храм. Одразу после перемоги, по воле загада Петра I, драўляную церкву тут, у Лясным, побудовали солдаты-пераможцы за несколько дён. Яна стала церквой вандроўніцы. Мясцовый помещик про 40 годов перевез буданину у інший район, потом вернули. Але Петровская церква не захавалася, а гістарычная подея ушанована монументальным Петропавловским храмом. В 1908 году он был закладен, и в 1912 году был освячен и отчинен. Потом уже после революции, сами разумеете, лёс его так само был незаиздростный, и у коллективизации тут был сделан такой склад, как говорят, колгасный свиран. Стандарт, советский стандарт. Конечно. У войну тут трошки богослужения отбывались, они не протягли час, але немцы храм так само зачинили, хотя будинок яны пошкодовали, не тому, что были такие добрые, яны практически подошли до справы. Час блокады партизанской зоны гэты будынак ім быў патрэбны як назіральная кропка. Там зверху под куполом у іх былі кропкі снайпераў, якія ўсё аглядалі, прастрэльвалі тэрыторыю. Ну, а тут, дзе мы з вамі стаім, тут яны размяшчалі свае боепрыпасы, сваю зброю. Таму вось будынак захаваўся, застаўся. Ну і пасля вайны ўжо, дзякаваць Богу, ён недоўга быў калхозным свірнам, было прынята рашэнне, што ўсё ж такі гэтае гістарычнае месца повинна быть одроджена, тут повинен быть зробленный мемориал, отчинены музей. Ну, у те часы для іншого будинка для музея не знайшлося, тому он разместился в храме. Ну, а зараз, кажуть, храм есть храм, а музей есть музей. Иконостас родный 1912 года могилевской работы. Тут, конечно, были разные планы. Один из могилевских начальников одразу, коли был отчинен музей в 1958 году, наведал и дал команду его выкинуть просто. Але навуковые супрацовники, что створали музей, обхитровали атеистичное начальство и просто бережливо перенесли иконостас у бок. До речи, был и коммунистичный замах на крыш и на купол. Але ж и Эрмитаж, и Державный русский музей, и Историчный музей в Москве, они удельничали в створении экспозиции, они там один голос закричали: «Не!
Нават калі гэта не царква, але гэта гістарычны будынак, і таму крыж нехай будзе, і купал нехай застаецца, адназначна. І ўсё ж такі іх меркаванне... Хвала адданасці. Да, іх меркаванне таксама было прынята да ведама, бо калі пра гэта даказалі ў Маскве і ў Ленінграде, то ў Магілёве і ў Славгарадзе, зразумела, ніхто не сказаў, што там яны нешта гавораць неправільнае. Для святкавання 300-годдзя бітвы адноўленую музейную экспазіцыю размесцілі ў будынку мясцовай бібліятэкі. І мы зразумела, раім абавязкова яе наведаць. Тут можна пабачыць узоры зброі, партрэты палкаводцаў, харугвы і знамёны і пачуць абгрунтаваны расповед экскурсавода для схемы макета бітвы. Стратэгічнай такой задачай стаяла перад рускай арміяй то, чтобы шведы оставили свой обоз, многочисленный обоз, без которого они не могли обойтись, на нашей территории. Собственно, это и было выполнено. Шведы под покровом ночи 28 сентября отошли. Вот, и все, что они должны были доставить до Карла XII, то есть до шведской армии, все было оставлено здесь, на нашей земле. И благодаря этому сражению, уже как писал Петр I в своих журналах, позже отмечал, что ровно через 9 месяцев русская армия полностью, скажем так, подавила неприятеля, то есть под Полтавой. И это сражение, битва при Лесной, образно носило название «Матери Полтавской Победы». И отрымливается, что материнство отбылось литерально. Да. Про 9 месяцев да, после да, Лесной сдарилась Полтавская битва. Да. Вот. Поэтому именно этим славится вот это вот сражение при Лесной. А по белорусской земле почал гулять смерть с пустошения. Речь Посполитая перетворилась у заезжий двор и корчму для чужоземных войскоў, якія звозілі рахункі паміж сабой і нішчылі край. Грабяжы, пастой войскаў, непасільныя кантрыбуцыі, эпідэміі лютавалі сярод разрабаванага і збяднелага народа. Сотні населеных пунктаў лежалі ў руінах, былі спалены Нясвіж, Ляхавіч, Віцебск, Мсціслаў, Магілёў. Напярэдадні гэтай славутай бітвы ў Лясной па загаду цара Пятра быў пераатвораны ў попел і тлён. Агульная страта насельніцтва склалі каля 30%, кожны трэці. Гэткая наша гісторыя. Канешне, нам трэба выказваць свой погляд. Канешне, свой уласны погляд на падзеі, не азіраючыся на паліткарэктнасць, як зараз кажуць, да. Яшчэ нешта такое. Аднак ўсё ж такі тое, што тут было, гэта таксама наша гісторыя, яна да нас адносіцца. Вось, канешне, акцэнты трэба рабіць уласныя, аднак не замоўчваць. Некалькі гадоў таму мы праводзілі такі невялікі паэтычны конкурс. І ён, праўда, ў два этапы праходзіў, быў прысвечаны стагоддзю асвячэння храма. І вось адзін з удзельнікаў конкурса напісаў такі вельмі цікавы верш. І ён з такой сцярплівасцю і з малітвай да Бога, што Бог не глядзіць на чын Пятрам і Мікалаям, хто з верою спачыў, грахі прабач усім, хто не шчарствеў зусім. Вось так. З добрым напуствам да Слаўграда, што ў 10 хвілінах на аўтамабілі ад Лясной. І не верце, што там няма што паглядзець. Чаго варты толькі краявіды ды гісторыі. І хоць яшчэ на даваенных мапах 20-га стагоддзя не знайсці тапонім Слаўград, да 45-га гэта быў горад Прапольск, а вось Прупой і Прапой упершыню узгадваецца ў складзе Смаленскага княства з 1136 года на 10 гадкоў раней за Масквы. І вось тут самае месца патлумачыць саму старажытную назву горада Прапольск. І гэта аніяк не злучана са шкоднай звычкай яго жыхароў. Прапой у старажытнай мове – гэта месца зліяння двух рэчак. І вось тут назіраецца вельмі цудоўна гэта зліяння сожа і проні. Прапой-прупой моцныя віры ў зліянні. І стоячы над абрывам на замкавай гары і гледзячы на сутокі проні і сожы ўнізе, сёння можна толькі ўявіць сабе, што калісьці на гэтым месцы звышаўся сярэднявечы замак. Дарэчы, замкавая гара з трох бакоў была акружана 10-метровымі рвамі, а з чацвёртага – 30-метровым абрывам. Умелі абіраць месца продкі.
звістки о Прапуйському замку як стратегічному військовому об'єкті датовані 1518 годом. Замок був драуляний, обмазаний глиною, його вінчала вежа і працювали підйомні мости. Але під час війни поміж Речі Посполітої і Росії у 1654-67 годах замок був розбурений, побудови города спалены, земля опустела и стала зарастать лесом. А зараз это пригожее место улюбленный горожанами Галицинский парк. Когда-то, в 1772 году, после раздела Речи Посполитой, Екатерина II подарила Прапуйск князю Галицину. В то время вотчина князя Галицина процветала, и чтобы о себе оставить какой-то вклад в историю, он заложил парк. Земля в парк привозная, ее возили с Украины на баржах, чернозем. Екатерина II посещала Прапуйск два раза, это в 1780 и 1787 году. Для встречи с Екатериной II князь Голицын построил еще один деревянный дворец. И когда он встречал Екатерину II, она очень любила любоваться природой Прапуйска, и она сказала: «Если бы была весна, я бы посадила здесь дерево, но так как январь месяц и при 8-градусном морозе я этого сделать не могу», то она оставила на дереве липа дату и день своего пребывания. Потом была сделана медная табличка, которая долгое время висела на этом дереве, но затем она исчезла вместе с помещицей Муромцевой и вместе с троном Екатерины II. Вот такая вот история. А липа засталася? Липа засталася. И у нас эту липу, это дерево, называют дубом любви. И я вам сейчас его покажу. Липа, якая захавалася дубом, зараз место спотканий, фотосессий и выездных шлюбов. На вогул граджане узгадывают князя Галицина добрым словом. Город обзавелся мануфактурой и заводами и был у лидерах по сплаву лесу в губернии. А пристань примала великие гандлевые судны. Тому не удивляйтесь, коли убачите еще одну городскую славутость – якорь. А я сапраўдныя перлы на галіцынскай спадчыны. На шчасце, ацалелая царква Расства Найсвяцейшай Багародзіцы, пабудаваная ў 1793 годзе. Гэты прыгожы храм безумоўна цікавы як помнік архітэктуры эпохі класіцызму, а для магілёўцаў ён асабліва каштоўны менавіта таму, што адзіны, хто нагадвае страчаны Іосіфскі сабор. Один з самых досконалых узоров классицизма в Беларуси дивным чином связал тогочасный Прапуйск и наш Могилёв, столица Российской империи Санкт-Петербургом. Уявите, проектовал этот храм у форме греческого крыжа со семигранным куполом яркий представник классицизма русский архитектор Миколай Львов, автор Невских ворот Петропавловской крепости и паштамта у Санкт-Петербургу. Именно в этот же час, у 1780-98 годах, по проекту того же Львова, загаду Катерины II, будуется легендарный собор святого Иосифа Обручник у Могилеве, цалком знищенный коммунистичной улады у 1937 годе. Керовал размалевок интерьеру обозвы храму знакомитый мастав Владимир Барбяковский. Кажуть, и он сам прымаў удзел у роспісах. И у нас есть магчымасць побачыць творы майстра. Вот то, что осталось от кресла Пинетилова стены. Протерей Владимир Пашкевич с бачным захапленнем, а из ноткой жалю, разглядая разом с нами оцалелые фрагменты багато дакараваных сюжетных роспісаў по воле нового и старого заповету. Ружовые хрысты анёлы, шаро-белые одения, блакитные воблачки створают цудовный колорит, узмацнённый вишнёво-червоными, лилово-безовыми и гарчишно-оранжевыми тонами у вытанчанной приглушенной гамме. Это шедевры. Шедевры, которые захавались, на жаль, вельми мало на Беларуси. А школа Барбяковского – это навогул уникальна. Еще в 70-е годы 20-го стагодия пошуковая экспедиция Академии наук описала, зафиксовала тут 57 композиций. Отец Владимир ласкаво демонструя альбом с черно-белыми фотоздымками, захававшимися с того часу. За два года побудовали, да. А 10 год да. Расписывали. Деревня Вены еще. Там поменьше. Там меньше. Сегодня ж засталася магчымасць полюбавацца рэштками ледзь 20 и уявіць, які же прыгожы быў і Магілёўскі собор. Настаяцец звяртае нашу увагу і на старыя абразы.
И тут дивные узоры старожитной менавета белорусской школы живопису. Образы захавались прохожанами у небеспечные годы атеистичного террора. История до сорому знакомая. У 30-е годы тут, у храме, склад. У войну безлитостные бои вокол мощно пошкодили стены. Потом жахливые часы бездоглядности довершили справу. А в 1987 году, когда храм передали приходу, распочались реставрационные працы и ратовали сам будинок. А фрески, дякую, что ощадно не замалевали. Практически все написать заново, да? Ну что? Да и нужно ли писать заново? Да, зачем? Хотя бы оставить то, что осталось для наших, для следующего поколения. До речи, побач с храмом еще одна журботная отметность Лаугорода. Аллея – мемориал похованным вёскам. Выпробование Чернобыльской бедой ликвидовало 24 поселища, из яких похована 12. По их бедой звон, ахвераванный со звоницы храма Роства. Але есть у тутейших заздростная властивость до отраджения. И сегодняшний новый бренд старожитного города – Славгородские сыры – оттуда же. Личий историчный момент – приладживание шильды – сырная лавка. Это черговый крок инициативных господинь с подтримки Фонду развития сельгосптерриторий «Адраджение Агро» при уделе «Проан». На это помешкание у Славгородских сыровару великие планы. Не только гандаль, уже набывшими добрую погодку сырами. До речи, спадарыня Галина хутенько зладила и мастер-класс, який меркуется зробить с фишкой. Молоко довели до кипения. Как только появилась пеночка, мы туда льем лимонную кислоту, разведенную в кипяченой водичке. Вот, смотрите, ага. У нас уже сбегается. Смотрите, это желтая сыворотка и хлопья. Это дело нам останется только отцедить и спрессовать. У нас не только мастер-классы будут, у нас тут анимационные программы задуманы. И розыгрыш беспроигрышной лотереи, и экскурсия по музею. В музее у нас будет бочка, в которых раньше квасили молоко, маслобойка. Помните, может, как раньше ручкой крутили, и да, получалось? Было такое. Помните? Да. А як удалось зацікавіць всіх ваш поплечницку с сырной справой? Ой, это никто никого не зацікавливал. Оно получилось само по себе. Мы, когда начинали проект, это был еще 2011 год, мы просто искали людей, которые занимаются сыроварением дома. И вы знаете, мы просили 100 человек. Люди варили сыр. Разный-разный. Ну, давайте попробуем продавать. Немножечко было страшно. Ну, а потом попробовали. Зараз кемлевые господини пропонуют уже каля 50 готунков сыров. С козиного и коровьего молока, брынзу, сулгуни, плавленые сыры, солодкие, соленые, острые, с маком, с кмином и так далее. А сырный почастунок стал уже традиционным для еще одной славутости – обовязковой кропки маршрута у всех цікавных вандровников. А у 12 кілометрах ад Славгорода легендарна блакітная крыніца. Да і шлях да яе найцікавішы. Ну дзе ж яшчэ на Беларусі вы прагуляецесь па сапраўдным пантонным мосце? І гэта адзіная магчымасць даехаць па завілістай гравейкі да сапраўднага цуда прыроды. Праўда, шлях гэты магчымы толькі калі сож вяртаецца ў рэчышча пасля вясновага паводка і да халадоў. Але імкненне варта мэты. Сярод поля у кражэнні дубоў, ліп, ляшчэння на паверхню зямлі выбіваецца найбольшая ва ўсходняй Еўропе крыніца. Гэта сапраўднае возера дыаметрам 20-25 метраў з патокам чысцютнай вады, якое мае незвычайна блакітна-васмарагардавы колер. Самы ўнікальны помнік беларускай прыроды – блакітная крыніца або сіні калодзеж. І наша знаёмая Вольгачка ахвотна дзеліцца ведамі пра ўсе яго таямніцы. Олечка, это получается, подожди, вот крыница сама... Вот источник. Под ступеньками 120 родников. Ключ бьет 120 родников, 60 литров в секунды. На поверхность воды поступает 60 литров в секунды. И если посмотреть, она прям бурлит, крыница. То есть измеряли глубину свыше 300 метров. Невозможно измерить шахту, потому что вокруг растут, если обратить внимание, деревья. И все завалено корнями деревьев. И поэтому до конца ученые специальными приспособлениями глубину так и не измерили.
З недру землі вода вибивається через природні фільтри з кремнія, міла, гліни, які очищають і збагачають її мінералами. Уявіть, ступінь мінералізації 197. Для порівняння, на бутельках той, що набиваються у крамах, звичайна гэтая лічба 10-20. І вода синього колодіша признана еталоном чистіні. А калі зазірнуть, ніби до промінь світла б'є з таємничої глибини. Чаруючи відовище. Оль, я ведаю, що ось гэтая блакітная крыніца, яна у реєстры крыніц і у реєстры азёр. І пра яе шмат-шмат паданняў. Што тут правда, што прыдумалі? Когда-то давно на этих землях жило племя богатырей. Хлеб выращивали, детей растили. И жила красавица Катерина, которой посватался Марка. Но Катерина любила Степана. И замуж за нелюбимого не хотела выходить. Тогда она придумала задание. Велела богатырям взять по большому камню валуну и бросить. Чей камень дальше упадет, за того и замуж пойду. И когда она увидела, что камень нелюбимого в сажень 5 дальше упал, чем камень любимого, она встала на камень, а землю ударилась, и в верстах 5 зашумела вода цвета, как девичьи глаза, голубого цвета, и сказала: «Лучше я буду людям водой служить, чем с нелюбимым жить». А Марков камень до сих пор лежит на поле и приносит людям добро. Набраться моцы от этого валуна жадающих завжды шмат. Як і ад літаральна студзёнага, увесь год тут температура 5-6 градусаў перахода праз рачурку галуба, што выцякае з крыніцы возера. Дарэчы, выдатны навуковец-этнограф Евдакім Раманаў легенду аб сінім калодзежы лічыў водгаласам старажытнага эпасу Радзімічаў. А ведаеш, а мне яшчэ казалі, што магчыма, менавіта ў гэтай крыніцы бралі хрост нашы радзімічы. Да, это совершенно верно. Здесь князь Владимир Радзімічей насильно примушал, да. И здесь они получили христианство. И поэтому к этому источнику ежегодно 14 августа совершается большое, огромное паломничество со всей Беларуси. И не только с Беларуси, а также из ближнего и дальнего зарубежья приезжает очень много паломников. Гэты беларускі абрад, што злучыў старазапаветнае свята па народнаму макаўё з пасам мядовым, трапіў у спіс культурнай спадчыны ЮНЕСКА. На жаль, папулярнасць крыніцы не заўсёды прыносіць ёй карысць. Таму навукоўцы надалі ёй ахоўны статус запаведніка і ўтварылі тут першую ў Беларусі цэнтр крынічнай вады з адпаведнымі абмежаваннямі. А добрую пагутку аб свяце ветлівыя слаўгарадчане патрымалі умельствам на карысць і сябе, і гасцям. Колькасць якіх і ў будні дзень уражвае. Ужо знаёмыя на майстрыцы старавары нават не паспяваюць за попытам. З чесноком, з укропчыкам і з паприкай. Ну, іх быстро разобрали, поэтому не успелі вы. Пробуйце, это сладкі взялі. Заезжы люд з задавальненнем смакуе і сыры, і мёд слаўгарадскі. І ці то блакітнае стала крыніцай да адраджэння нацыянальнай свядомасці. Ці жыццё і час падштурхнулі да асэнсавання вытоку, каб годна жыць на сваёй зямлі. Кожнага свая канцэпцыя. І я вырашыў для сябе, што і трэба якому-то беларусу зрабіць для сябе вот нешта такое, каб мы шанавалі продкаў, шанавалі сваю культуру і не забываліся. І ў гэту канцэпцыю твою трапляе і музыка. І музыка, і ткання з лазы, і паясы, і ганчарныя дзела. І волат-майстер, у якім мы прызналі музыку папулярнага гурта «Куткі смуж», робіць апошнюю моцную кропку у нашай вандроўцы па прапольскай гісторыі. Это все нормально, ничего не случилось. Счастливый пятак из Пропойска, пожалуйста, и голубая крыница. Это вам на память. Ой, дякую. А все ж таки, Пропойск? Нам потребно вернуть назву? Обовязково потребно вернуть назву. Это историчная назва, это бренд города повинен быть. И в этом есть рация. Але ж за жыццелюбівымі жыхарамі гэтага старажытнага і своеасаблівага месца, якія пазнаёмяць з прыроднымі, культурнымі, гістарычнымі, водамі, багаццямі краю, і ведаюць, як гэтым багаццем скарыстацца, мы б захавалі мянушку слаўгарадчані.